Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам свой второй небольшой заказ по 11 каталогу 2020 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Каталог номер 11 действует по 9 августа включительно, поэтому вы еще успеваете зарегистрироваться в компании, оформить свой заказ. Ссылка для бесплатной регистрации всегда под моими видео, и в этом каталоге за оформление и оплату до 9 августа вашего первого заказа на сумму от 1699 рублей цене каталога, минус после регистрации от этой суммы скидка 20%, плюс сбор за доставку. Обязательно заказ не забудьте до 9 августа оплатить, и тогда при заказе по следующему 12 каталогу с 10 августа вы получите в подарок набор. Это совместная разработка корейской компании BioSpectrum и компании Faberlic. Это гидрофильное масло, это гель-трансформер, увлажняющий для лица, который подходит для всех типов кожи, это шикарнейший гель-скатка, повязочка на волосы, и, кстати, в комплект вы можете сразу в первом заказе со своим взять со скидкой 40% из этого каталога пенку ICOL, и у вас будет прекрасный набор для очищения кожи лица. Ссылка для регистрации всегда есть под моими видео. Ну а теперь давайте смотреть заказ. Он был небольшим, так как у меня был клиентский заказ, я заказывала новинки, скоро обязательно вам покажу и поделюсь впечатлениями, а также я дотратила свои купоны, ведь вы помните, что в 9 и 10 каталогах мы собирали купоны со скидкой 50%, и можно было выгодно приобрести продукцию, чем я и воспользовалась. Ну а теперь давайте смотреть мой заказ. Сразу вам покажу, что я взяла по баллам. Я всегда делаю большие заказы, поэтому у меня всегда копятся баллы, но я их не коплю. Как-то вот я их накоплю за каталог и сразу на что-то меняю. И я взяла, девчонки, еще одни босоножки для себя, не смейтесь, но мне настолько понравились эти босоножки, что у меня вот уже их дома целый склад. Взять их за рубль по баллам, то есть они были 100 баллов, но я их обменяла, и вышли они мне всего за 1 рубль. Это, конечно, очень выгодно. Я думаю, вы уже догадались, это вот из прошлых коллекций босоножки велюровые, выполнены под бархат, и я взяла в ягодном цвете. Прям быстренько покажу вам, немножко пошуршу. Вот так они выглядят, и меня здесь привлекает каблук. И вместе с тем они очень удобные. Самые первые, темно-синие, которые я покупала, я уже выбросила. Ну, можно сказать, что почти 2 лета я их относила. В принципе, неплохое качество. И они очень стильно, очень современно, как-то вот интересно, нарядно смотрятся на ноге. И эти босоножки на среднюю полноту, и идут они размер в размер. Поэтому, если вам что-то необходимо обменять, смотрите, заходите в раздел Faberlic Club и меняйте. У меня, вы знаете, много и уходовых средств, и декоративки, поэтому я как-то вот решила, что у меня нужно те пузыречки свои доизрасходовать, а босоножки лишними не будут. Если что, такие одни я ношу, а вот следующие, допустим, будут у меня новенькие, пусть лежат. Поэтому, ну вот как-то так вот пришла мне такая в голову мысль, что надо взять еще, пока вот был размер. Если бы были темно-синие, я бы обязательно их еще взяла. Мне вот они по цвету больше всего понравились. И сейчас еще я ношу цвет какао. Также я взяла по выгодной цене по купонам свое любимое средство для белья. Это кондиционер из детской серии с алоэ вера. Мне очень нравится. И вы знаете, уже даже вот меня спрашивали, каким кондиционером пользуешься, что вот такой приятный, вот как вот как будто вот от ребенка вот аромат вот такой на белье. Вот, в общем, понравился. И я вот прям вот с радостью отметила, что это наш кондиционер от Faberlic. У него действительно очень приятный аромат, такая конфетно-цветочная душка, очень нежная, действительно очень-очень приятно пахнет. Поэтому вот по купонам вышло выгодно. Ну и в каталоге тоже часто акции. Еще по купончику я взяла любимое средство с грейпфрутом. Сейчас на него нет акции, поэтому вот по купону вышло мне очень выгодно. Это мое любимое средство, и я очень надеюсь, что компания Faberlic выпустит для нас с ароматом грейпфрута жидкость. Мыло для кухни, вот то, которое устраняет неприятные запахи, было бы очень здорово. Также следующее, что я взяла, это уже не по купону, это в каталоге из раздела «Дом Faberlic». В прошлом заказе я забыла взять, а в этом заказе я взяла такое для мамы, для жены брата и для себя. Вот
Это у нас наборчик, который предназначен для консервирования. То есть здесь, девчонки, магнитик специальный. Давайте, наверное, кто не видел, покажу. Немножко пошуршу уж, меня уж извиняйте. И давайте сейчас посмотрим, как он выглядит. Вот здесь вот силиконовые насадочки для того, чтобы можно было захватить банку, приподнять, когда консервируете. И вот такой вот специальный держатель с магнитиком. То есть это вы из кипятка, когда кипятите крышки, удобно доставать. В общем, смотрите, наборы интересные. И пока они есть, они у нас с прошлого года, но видно, по просьбам девчонок повторили снова, так как в прошлом году забрали как горячие пирожки. В общем, очень быстро разлетелась, и штучка в хозяйстве необходимая. Также я для себя в запасы взяла еще одну сетку для глажения белья. Она бюджетная, в каталоге всего 99 рублей, и я осталась довольна. У меня, вы знаете, вот сын сейчас, особенно летом, молодежь носит футболки с аппликациями. И вот эти аппликации прекрасно гладятся через эту сетку. То есть и ткань, и сама аппликация, в общем, все великолепно разглаживается. И мне эта сетка все лето прям выручает. В общем, я очень довольна. Отличнейший товар, поэтому, девчонки, обращайте внимание, если для футболочек, если вот вы от Faberlic заказывали футболки с аппликациями, пригодится и разгладит, в общем, великолепно. Следующее, что заказала для брата, я взяла водичку Ома Феличи. Знаю, что ему очень нравится этот аромат. Он еще не знает, что приобретала. В общем, приобрела ему вот такой парфюм. Действительно, аромат, ну вот, на мой взгляд, из мужских один из лучших. Еще мне очень нравится от Валентина Юдашкина. Вообще у нас, в принципе, вот мужские ароматы, ну как-то... мне, не кажется, более даже интересные, наверное, чем женские в каталоге, поэтому вот часто заказывают, и именно вот Ома Феличи часто тоже приобретают. И еще я взяла по купонам две помадки. Одну из них я показывала вам в первом заказе по 11 каталогу, вот она, та, которой я пользуюсь. Это линейка Glam Team, помада под хэштегом Keep Balm, это помада-бальзам. Она, конечно, немножко подвпитывается, блеск чуть пропадает, она не такая стойкая на губах, где-то часа 2-3, но она сходит постепенно, сходит красиво, и на губах смотрится вот как ухаживающий бальзамчик, хорошо ухаживает, очень симпатично. Я повторила оттенок теплый лиловый в артикуле 40-697. Если что, все артикулы будут в описании под видео. Давайте вам еще раз ее покажу. Такой сиреневый оттенок, очень симпатичный, люблю такие оттенки. У меня первая от жары сломалась, так как помада мягкая, но сам оттенок по себе симпатичный. Еще одну помадку я взяла, на нее в каталоге нет акции. Вот у меня вот Keep Balm взяла в запасы, пока скидка 55%, вот у меня одна, я пользуюсь. И еще одна помада, я на нее очень давно смотрела, она у меня сейчас на губах. Это помадка Stay On, и это оттенок терракотовый в артикуле 40-736. В каталоге представлена эта помада на страничке 172. У нас была расширена эта линейка. И, в принципе, неплохое качество помад. Конечно, они стойкие, немножко, может быть, склонны подсушивать губки. Но если вы знаете, по центру разбавить прозрачным блеском, тогда будет комфортнее. И я, вот, в общем, давно уже смотрела на терракотовый оттенок. И по купону со скидкой 50%, в принципе, получилась хорошая цена. И вы знаете, в каталоге чуть-чуть темнее. Но на самом деле это такой красивый красно-розовый оттенок. То есть он не вычурный, он освежающий, яркий. В принципе, неплохо смотрится. Давайте покажу вам, вот как смотрится помада в стике и вот на моих губах. Ну и давайте вам сейчас покажу поближе. Это тон терракоты. Вот сейчас, в принципе, камера хорошо передает его оттенок. Красивый тон. Помада прям хорошо сразу ложится вот в один слой, в одно касание. Поначалу она очень мягкая, потом застывает. И вы знаете, у нас вот помада была первая леди, там был обворожительный розовый стойкий оттенок. Там он немножко побледнее. То есть в нем меньше вот как бы припыленная вот эта яркость. А вот этом больше яркости. И, в принципе, я осталась довольна. Не пожалела, что заказала. Если у вас остались купоны, то до 9 августа включительно, до 10 августа, как только начнет действовать 12 каталог, вы уже не сможете их потратить, а вот сейчас вы сможете потратить купоны. То есть, если у вас останутся неиспользованные, то потом с начала действия 12 каталога, конечно, они аннулируются. Иногда компания бывает продляет действие купонов на недельку или там, допустим, на несколько дней в первые дни каталога, но это бывает.
бывает редко. В основном старайтесь тратить, так как по купонам действительно очень выгодно. Можно приобрести продукцию. Не забывайте о своих купонах. Ну а теперь говорю вам всем пока. Пишите свои отзывы, комментарии. Всегда очень рада вашей обратной связи. С вами была Виктория. До свидания, девчонки. До новых встреч на канале. Да, и следующее видео ждите о новинках 12-го каталога. Я уже их протестировала, заказывала не все, те, что мне были интересны. Обязательно поделюсь с вами впечатлениями. Ну а теперь до свидания.